Готовность 98%. Старт отопительного сезона в Ульяновске намечен на 28 сентября. За три дня до начала сети теплоснабжения поставят на циркуляцию. После первыми получат тепло объекты социальной сферы. Всего же в период подготовки к отопительному сезону энергетики оперативно выявили и устранили 600 порывов и свищей. Заменили почти 13 тысяч погонных метров тепловых сетей, 5 котлов, 9460 метров линий электропередач и оборудование 6 трансформаторных подстанций. С начала сезона тихоохоты в Ульяновской области грибами отравились 3 человека. Статистику приводит Управление Роспотребнадзора по регионам. Специалисты предупреждают, ядовитым для нашего организма может стать любой гриб, выросший в месте, где много загрязняющих веществ. Поэтому собирайте грибы вдали от дорог, магистралей, вне населенных пунктов, в экологически чистых районах и, главное, собирайте только хорошо знакомые виды грибов. Допросили Караулову, а Тихонова оставили под домашним арестом. В Ленинском районном суде продолжается слушание по фармделу. Напомним, очередная пауза в процессе возникла в начале июля. Тогда самарские фигуранты уголовного дела Евгений Коган и Ольга Кузнецова ушли на больничный с подозрением на коронавирус. После долгого перерыва судья допросил председателя медицинской палаты Ульяновской области Валентину Караулову. Она заявила, что уволится с должности главного врача Ульяновской областной клинической больницы в 2017 году. Ее принудил экс-министр здравоохранения 73-го региона Рашид Абдулов. Он же, в свою очередь, с этими показаниями не согласен. Слушания по делу продолжаются.